Это тут стоять не будет. Да, конечно. Нет, не будет. Это тут на второй этаж неси все. У вас не второй трогай, этаж. Не трогай. Ваш второй этаж, давай, иди. Не я трогай. Тебе предлагала. Не трогай. Хочу, трогаю, это не твое. Это мое. Это не твое. Это ведущий мне подарили, не трогай. Нет, это не твое. Милен, не трогай. Хочу, трогаю, я тебе сказала, на втором этаже это будет. Иди на второй этаж. Нет. А ты не будешь выносить мои вещи? А ты не будешь мои вещи выносить? Еще раз тронешь? Я тебе сказала, ты не будешь мои вещи еще выносить. Еще раз тронешь? А я тебе сказала, ты не будешь мои вещи выносить. Я тебе сказала, ты не будешь мои вещи выносить. Вещи детские, не трогаешь. Я тебе сказала, ты не будешь. Вещи детские, не будешь. Трогать, буду ты их трогать! Ты я поняла, буду трогать, что детские, я хочу! Детские вещи не я трогай! Я тебе сказала, сука, ты в разводе, ты ненавижу! Вещи детские не трогай! Ясно! Ненавижу я тебя! Не трогай вещи! Ты просто ненавижу! Да ясно! Я тебя просто вещи ненавижу! Моей дочери! Сдохни! Просто ненавижу я тебя! Просто в разводе, ты сраный! Я осмысленно на все. Иди! Просто не ненавижу! Просто я тебя ненавижу, ненавижу! Просто можно любить такую мразоту, еще как раз. Ты. Меня будешь сейчас материть. Что ты? В полу присядешь. Я присяду, сейчас ты у меня присядешь. Тебе ясно? Я тебе сказала. Тебе ясно? Мразь просто. Только попробуй. Вчера с тобой поговорили, я реально надеялась, что ты все поняла. Да я поняла, он меня выводит, он меня выводит. Не кричи, не кричи, я тебе сказала, пока не лезь к нему, оставь его пока что. Не нужно было к нему лезть, ты бы ничего хорошего не добилась, в любом случае. Без разницы, этот человек мне говорит, я буду с ней в кровати спать, он вообще больной на голову. У него на тебя обида, Милен. У него не обида, он меня сюда обсирает. И кричи, Милен, ты этими криками и психами ничего не добьешься. Я не могу по-другому разговаривать, не могу я. Если бы ты реально смогла бы выдержать какую-то дистанцию... Я не хочу ничего. Просто понимаешь, тебе дальше в жизни будет сложно, когда ты никого не слышишь. Не слышишь. Я не хочу с ним быть, я хочу, чтобы его убрали, я просто... Сейчас сама себе не ври. Ты сегодня ночью с ним спала в одной кровати.